успех проведенного лечения зависит и от врача, и от пациента. Очень хотелось бы, чтобы все наши пациенты проходили плановый осмотр дважды в год. Но реалии жизни говорят о том, что если человек чувствует себя хорошо, он никогда лишний раз не обратится к врачу, хотя бы для той же профессиональной чистки или корректировки ранее проведенной реставрации. Это позволит вам сохранить здоровье, а врачу позволит наблюдать за выполненной работой и оценить свое качество, это так называемое самообразование для доктора. И такое наблюдение выгодно для пациента, который избежит новых проблем с зубами, тем самым сэкономит средства. Превентивные меры лучше глубокого лечения.